Россия – страна с великой историей. Это доказывает поколение за поколением. Вот и сегодня наши бойцы снова на рубеже. Стоят на защите прав и свобод России. Участники СВО – герои, ставшие таковыми при жизни. С одним из них встретились школьники и студенты городского округа. Молодежь – это наше будущее, будущее нашей страны. Пройдет время, и они придут на определенные посты, будут руководить нашей страной. Поэтому очень важно, чтобы наша молодежь любила Родину. В честь участников специальной военной операции в Химках решили установить мемориал как знак поддержки, веры и надежды. В России остались только патриоты. А патриоты – это те люди, которые будут за свою Родину до конца. И мы все, и депутатский корпус, и администрация города Химок, мы все по праву патриоты нашей страны, нашего города, нашего Подмосковья. Большинство горожан поддержали идею установить мемориал на Аллее Победы. Однако окончательное решение принимать рано. В Химках планируют провести еще несколько встреч, чтобы как можно больше людей приняли участие в большом и важном для города деле. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.